помпонами в руках и в милых юбочках эти юные спортсменки успели покорить городок в США и Францию. Заняли призовые места на международных турнирах и привезли медали с соревнований Приволжского федерального округа. Это несмотря на то, что Федерации черлидинга и черспорта Ульяновской области в апреле исполнился год. Все началось с тренировок, которые посещали три увлеченные девушки. Сейчас в это движение вовлечено 30 спортсменок. Самый старший из них 27, а самый маленький чуть больше 3 лет. Девочки будут выходить на поле. Я считаю, что это большой вклад в региональное развитие, в спорт. Мы поддерживаем, мы привлекаем внимание. Вообще черлидинг, он был создан для того, чтобы поддерживать команды, снимать негатив во время игр, чтобы не было никаких отрицательных эмоций. Речь идет о черлидинге как о группе поддержки, но не всегда за выходом на поле скрываются обычные танцы. С помпонами еще и соревнуются. Черспорт – это специальный набор спортивных акробатических элементов, с которыми черлидеры выходят на крупные соревнования, где учитывается синхронность и качество выполненных трюков. За высокие достижения девочкам, как и в любом другом спорте, присуждаются разряды. Еще подразделение, как черспорт, это школьная лига. Бэби-лига – это дети, когда соревнуются также между садиками, в садике внутри, между садиками. Они поддерживают свои спортивные команды в садиках, в школах, в институтах. И по ним есть отдельные тоже соревнования. В основном девочки занимаются 2-3 раза в неделю по 1,5 часа. Сначала разминка, а потом танцы или оттачивание трюкового мастерства. Номера бывают одиночные или парные. В группе поддержки выступления в большинстве случаев массовые. Сами черлидеры залогом успеха считают не только хорошую растяжку, но и слаженность работы команда, а также умение чувствовать музыку. Как важно нам вдвоем выступать синхронно, чувствовать друг друга. И самое главное, не бояться сцены. От этого зависит все. С сентября начался новый набор в группы, а в скором времени черлидинг станет доступен для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Заниматься осознанно. Очень заинтересовало это новое направление для нашего города. Захотели с ребенком попробовать себя вот в таком виде спорта. Выступления, конечно, очень такие получаются живые, веселые, задорные. Очень приятно смотреть на детишек со стороны, когда занимаются спортом. Сейчас основной состав спортсменок активно готовится к предстоящим соревнованиям, которые пройдут в сентябре в Пензе и Самаре. Рената Лиулова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.